Всем привет, с вами Карамба728, и сегодня мы будем наказывать читера. Ему нужен чит на сердечке в программе, ой, в игре, приложение ВКонтакте, бутылочка, не знаю. Так, короче, все позвали, да, ага. Так, а что у тебя с разрешением? У тебя нечеткий экран какой-то. А? Глюч. У тебя нечеткий? А как ты... Не знаю, это нереально. Ну-ка, правый клик по рабочему столу кликни. Так, сейчас я тебе скажу, что там. Подожди. Разрешение экрана. Так, сделай там больше где-то. О, у тебя походу... Как это еще выносишь такую нечеткость? Я вообще ничего не вижу, реально. Не окей, ничего. Я вообще у тебя все, знаешь, все вот расплывчиво. Тебе вообще не. Ты винду вообще будешь собираешься менять? Сам менял, да? Сам менял. А Windows 8. А чё у тебя ещё с экраном, как у тебя мини-пуск не видно? Вот. Где мини-пуск? Вот он. Я у тебя его не вижу. Так, антивирус у тебя включен, да? Да. Ну все, оставь включенным. Так, теперь давай запускай. Да, теперь устанавливай чит. Устанавливай, открыть нажми. Да, устанавливай, инстал. А, да, выбирай рабочий стол лучше, так и раз, да, и все. Да-да, теперь нажимаем мега-чит. Или, блин, как он не мега-чит, который установился, там, чит, чё-то. А я тебе не вижу, экран тут где-то будет. Где он установился, тебе чит? А где он установился, в какой папке? Ого. Так, как он будет написан? Качество такое говно, вообще. Угу, давай. Я не знаю, как где-то там установил. Да, я вообще не понимаю, что тебе написано. Как будет подписано? Установи на рабочий стол. Так, давай. Где ты его установил-то? Так, подожди. А, теперь запускай. Блин, качество вообще жопа. Запускай давай, где в exe файле. Да. Нет, в exe файле. Да, а там такая... Короче, я твой Windows заблокировал, да. Ага. Так. Это ожидание, да? Ну, антивирус, видишь, как офигенно. Антивирус это не надо отключать. Офигенно я баннер, да, придумали. Так, да, кстати, чуваки, мне баннер придумал один чел, я скайп поставил, вот, оказывается, у него баннеры. А, да, кстати, что там? Пароль сюда, скажи мне пароль. Пароль, песню. Чё? Ты мне песню, я тебе пароль. Песню? В лесу поставь... родилась. Поставите, какую песню надо. В лесу родился елочка. Видишь, у меня даже написано там канал, короче, когда 728. Не забудь подписаться, ага.
тут, видишь, корабль, на Казань читеров там посмотрю. Вот сегодня только что еще одного поймал. Ты сегодня уже, ты третий человек, будем сказать. Музыка. А песню. Спой песню. Какую? Я песен-то даже не знаю никаких. В лесу родился елочек. Да я ее не все знаю. Ну хорошо, да, значит. Мне придется отключиться, да? Да не. Ну все. Не, я реально отключаю, все, давай. Да не, не отключай. Потом пожалуйста. Там скажешь, как дела у тебя там с компом. Да, я тебе не могу сказать. Чувак, ты сейчас ржешь, а тебе винда удалится. Ладно, давай, знаешь, что ты мне спой песню любую, которую ты знаешь. Наизусть или стих расскажи. Давай, не стесняйся. Не отключайся, не отключайся, дурак, что ли, у тебя винда полетела. Вся твоя винди жопа. Ладно, все, давай. Говорил, что не надо отключаться. Че, не отключался, не сам отключился. Ты че, у тебя там вообще винда реально. Ладно, чувак, да, ага. Спой песню, я тебе расскажу, как включить баннер. Давай быстрее спой песню. Да я не знаю. Любую, что ты знаешь, стих, давай быстрее расскажи, пока. Да, тебя подожди. Я даже не знаю, я даже... Я вообще не знаю. Даже что. Я вообще не все получается. Да, блин. Тебе долго ждать. Да я не знаю, я же не знаю. Признайся, то, что ты дурак. Не знаю. Признаешься, да? Короче, клянись своей родиной. Родина. Чем ты клянешься? Какой? Страна. Сергей. Страна. Россия, да? Где ты живешь? Расскажи свои данные. Город Полевской. Дальше рассказывай. Нет, 35, квартира своя. Расскажи там, не знаю, расскажи подписчикам свои логины, пароли, сколько сказать. Ладно, я не буду ничего говорить тебе, значит, логин справлю. Еще расскажи мне, передай всем привет моим подписчикам. Всем привет, подписчикам. Да, Карамба 728. Кому? Карамба 728. Карамба 728. Карамба 728? Да. И зари нашу квартиру. Гип-гип, ура. Из какой квартиры? Позови родителей. Позови родителей. Не. Зови. Нет. Зови. Спят. Зови Левинда плетит. Чё? Меня спят дети, правда. Зови Левинда плетит. Чё? Зови. Быстрее. Мне без разницы, все равно зови, скажи мне винду не заблочили, давай быстрее зови. Беги. Чё? Ладно, короче, ладно, давай напоследок задам такой вопрос. Ответь мне на такой вопрос. Какой? Да придумать-то. Давай так. Как, ну, с читами ли, ты когда играл с читами? Ни разу, да? Почему сейчас просил мне читы? Не понял-то. Вася. Сейчас играл. Короче, ладно, давай. Покупайся, да? Ладно, покупайся. Ладно, все, без разницы. Не тебе, да? С тобой неинтересно. Вот. Короче, да. Все, я тебе не даю пароль. Все, давай. Ладно, все, давай. Пока, ага. Пока. Пока, ну все, давай. Ладно, короче, все, перезагрузи комп, все, баннер сними. Все, давай, пока. Перезагрузи комп.
Он тебе снимется. Все, давайте. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал 628. До новых встреч.